На 25-м километре Серовского тракта, в зоне ответственности гаишников Верхней Пышмы, в 10-м часу вечера, то есть уже сильно в потьмах, с трассы улетел в кювет и встал, а точнее лег на крышу германский черный подорожник Mercedes-Benz C230, как заявлено в ТТХ, с компрессором, 2005 года выпуска, в котором ехали три молодых парня, каждый на 5 лет старше болида. То есть родилось это ООО, ну в смысле трио, между буквами Y и Z, ровно в 2000 году, на стыке тысячелетий. И непонятно, то ли это самые молодые Y-миллениалы, то ли самые старые Z-зумеры. Ну а в наше-то время Z-ом быть, пожалуй, круче, да и ответственней. Декорация такая. Вечер по тракту со стороны нижнего города трудовой доблести Тагила в стольный город трудовой доблести ордена Ленина Екатеринбург катился черный Мерин с тремя 24-летними парнями на борту. В окрестностях Верхней Пышмы пилот Мерседеса по какой-то причине окренел, неожиданно дал чутка вправо, Мерин ушел на попутную обочину и, кувыркаясь, залег в позитуре лапки кверху. Или, как бы сказали заводчане, собравшие Mercedes-Benz своими ручками, «Хенде хох», что можно перевести примерно как «Хюндай украинской сборки». Вот такая каламбурятина могла бы вырваться из полиглотки. В 21 час 10 минут на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, 25 километр, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустил съезд с дороги в правый кювет. В результате ДТП водитель и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ЦГБ города Верхняя Пышма.